поют нам немножко. А сначала по дикции было великолепно. Вторая фраза, да? Вторая фраза. Почетче, давайте. Там знаешь, что было? Опять с русскальдовская. Что-то у меня заткнулась связка сегодня. Я как поплаваю в бассейне, сразу затыкаю. То есть надо распевать их. Снизу бери. Ты ее не темперируй, а просто снизу поют, как бы просто поют. В глиссандо прочти. Да, не старайся ее темперировать, не старайся ее поставить эту ноту, а просто в глиссандо ее возьми. Тогда не важно будет. Это не узорчатый камень на покрытом березком склоне. Дальше у тебя уже все записано было и до этого. Смотри, да. На «не» спой. Ну и может немножко приоткрыть все. Не. Да, там нужно «н» произнести. Там дело не в гласных, а в согласных. Это «не». Просто сядь на «не». Этот дубль оставляем? Да. Сейчас пишем первую, да. Просто первую, а дальше не пой, там уже все спето. Там нет потока любви и бессмертия. Отлично, молодец. Следующую пишем фразу. И я взял свой меч и позвал всех друзей. Путь отправились мы на заре. Шикарно! Хорошо, шикарно! Да. Шикарно! 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 Вот то, что надо как раз. Ничего больше не надо. Пряжу придет для тебя тишина. Мне очень нравится вот. Левическая часть очень нравится. Да? У тебя там смесь, знаешь, какая? У тебя там смесь биджиз, песнеров и молодого Градского. Ну, вот такая какая-то своя, вот замес. Это свой. Интересная смесь. Да, вот тембрально очень интересно. Австралийская, белорусская, еврейская, русская.